Жесть, какой я уже который раз здесь. Много раз здесь была, очень люблю этот город. И была здесь в апреле, как вы помните, с музыкантами, да, и сейчас решила приехать сюда с акустикой, потому что акустическая программа клевая, и мне она нравится тем, что я здесь перед вами такая одна, такая искренняя, открытая, несу то, что я хочу вам нести. И изначально акустическая программа готовилась потому, вообще появилась, потому что, ну, организаторы не могли оплатить дорогу всему моему коллективу вместе с музыкантами. Это очень дорого, очень сложно. И поэтому они предложили мне приехать одной с гитарой. Я приехала, и как-то вот всем понравилось. Мне тоже понравилось очень сильно, вообще понравилось под акустику играть, потому что изначально я вообще как пришла к музыке, взяла гитару акустическую в руки и начала играть. И до сих пор я когда беру ее, это для меня какая-то моя женщина любимая. Знакомьтесь, черненькая. Вот. Поэтому появилась акустическая программа, это пронзительные разговоры, песни. И поэтому я надеюсь, что мы с вами сегодня хорошо проведем вечер, отдохнем, послушаем песни, будем петь, слушать то, что я буду говорить. Будете вы это понимать или нет, это ну, я надеюсь, вы все поймете, что я скажу, потому что сегодня разговаривать я с вами буду много. Поэтому я надеюсь, что вы зарядитесь хорошим настроением, и все пройдет отлично.